Вместо срока деньги. Сотрудники полиции продолжают принимать от населения незаконное оружие. В обмен правоохранители обещают не возбуждать уголовное дело, а самым сознательным гражданам еще и заплатить. Чтобы получить вознаграждение за незаконно хранящееся оружие, надо прийти в полицию, написать заявление или просто сообщить правоохранителям о его местонахождении. Впрочем, сдать добровольно можно не только огнестрельное оружие. В список также попали различные боеприпасы. Это патроны и взрывные устройства. К примеру, за огнестрельное оружие полицейские заплатят 15 тысяч рублей, 6 тысяч за служебное, спортивное или охотничье ружье. За добровольную сдачу взрывчатых и устройств положено 3 тысячи рублей. За газовое или травматическое оружие выплатят вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей. За каждый патрон полагается по 10 рублей. В этом году жители округа уже добровольно принесли в отделение полиции 15 охотничьих и гладкоствольных ружей, а также один сигнальный пистолет.